Это у нас облепиха московских сортов. МГУшная. Сейчас будем сажать ее на интенсив. Покажу, как сажаем. Здесь 10 сортов по 10 саженцев. Всего 100 саженцев. Еле нашел. Там у какого-то местного любителя. Сама, судя по всему, сама уже селекция утеряна. Все, ребят, грузите. Все, погрузились. Поехали. Все, заводитесь, поехали. Сейчас поедем сажать. Вот уже почки на ней. Но мы это все срежем. Я все это покажу, что я буду делать. Едем сейчас наверх. Наверху небольшой выделил участок под облепиху. На самом деле, вроде 40 гектар, а сажать уже некуда. Это вот как раз смородина из Польши красная. Вроде ожила. Не вся, правда, кстати. Но лист уже начинает пускать. Сейчас скоро натянем проволоку и расположим ее на самой шпалере уже. Кусок остался 2 гектара. Запустим его в следующем году тоже под голубику, по задним подним сортам. Вот здесь такое дерево, думаю оставить его как такой символ нашей плантации. Специально вот сейчас сниму для вас. Смотрите, если видно, на корнях такое образование, как нарост. Можно подумать, что это рак. Но у облепихи это азотофиксирующие клубеньки, так называемые. Видите? То есть вот здесь отчетливо видно. Вот. Это убирать не нужно с корней. Это то, чем облепиха добывает себе азот. Но мы продолжаем сажать. Натянули нитку, по ней сажаем растения. Потом буду обрезать, покажу. Закончили мы сажать. Посадил я 4 ряда девочек и ряд мальчиков. Не знаю, будет видно или нет. Вот, пока они не распустились, наверное, будет плохо видно. Но идея следующая. Сажается под интенсив и производится цикличная обрезка. То есть будем пытаться вести это в штамбовой культуре. Наверное, вот здесь можно будет показать, как это будет выглядеть. Вот, вот это у нас штамп. И вот от него начинается разветвление. То есть там будет на уровне, наверное, 60 сантиметров. Потом идут разветвления. Оставляются вот такие короткие основные приросты. Все остальное буду резать. То есть один год мы даем вырасти побегам. На следующий год они плодят. Параллельно мы вырезаем на предыдущем растении все это. То есть сбор происходит методом обрезки плодоносящих ветвей. То есть мы их срезаем, после этого замораживаем и отряхиваем. На мой взгляд, это единственная рабочая ситуация с облепихой, когда идет срезка, потом заморозка и механизированное обмолачивание и очистка. Потому что руками все это собирать
Сейчас уже никого невозможно найти. Что там будет через 10 лет? Мне кажется, будет ситуация еще хуже. Народа все меньше и меньше, людей нет. Поэтому все нужно механизировать. Почему это не делают сейчас в Сибири? Ну, наверное, одна из причин. Первая, потому что короткий вегетационный период, и растение не успевает подготовиться к зиме после такой срезки. Вот, и, наверное, и второе, просто я думаю, что это никто не делает. То есть, наверняка есть какие-то сорта, с которыми можно это делать, но там это не делают. Может быть, кто-то сейчас ведет, но открытых таких источников я не нашел, никаких статей, никаких научных исследований. Делает кто-то сейчас в Сибири, это и нет. Я это увидел на YouTube. Есть румыны, итальянцы. В основном они занимаются как раз выращиванием в такой культуре. То есть у них 4 ряда уплотненных посадок девочек, потом мальчик, потом опять 4, то ли 5 рядов девочек. И обрезается половина сада, вторая половина наращивает урожайность. То есть сейчас я покажу на одном из саженцев, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть обрезаем все, что растет снизу. Так, по колено. Колено у меня где-то здесь. И вот так я его кронирую. Все, мы обрезали саженец, после чего пойдут новые побеги, проснутся почки. Все почки снизу я удалю, оставлю наверху верхние почки, которые будут формировать вот мне вот здесь такую чашу. То есть центрального проводника не будет вообще, то есть будет какая-то чаша. Соответственно, предположим, что у нас вот второй саженец такой же, его я тоже обрезаю. Также на такой же высоте. Вот у нас получилось два саженца. Этот саженец в этом году, ну, они оба начнут расти, дадут приросты. Один я не буду дожидаться плодоношения, срежу, оставив небольшие пеньки, а второй даст мне урожай. На следующий год я срежу тот, который дал урожай, а тот, который рос, на нем я буду получать урожай. Ну, то есть такая цикличная обрезка. Так даже на видео видно, если смотреть видосы вот этих румынов, у них прям видно, как прям квадрокоптер летит, и видно поле, и видно, как на этом поле половина ряда обрезана, половина поля, вернее, обрезана, половина нет. Какая-то там сумасшедшая урожайность у них заявляется, свои какие-то сорта, Клара, Мара и так далее. Почему я взял московские? Потому что у облепихи сибирской селекции, алтайской селекции в наших широтах проблемы в средней полосе. Она очень сильно страдает увяданием, вилт. То есть растет, 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 и потом в какой-то момент погибает. Связано это с климатом, не подходит наш климат ей. Это московская селекция, я уже говорил, еле нашел ее, где-то у какого-то частника. Они все саженцы разные, то есть вот саженец и вот саженец, один и тот же сорт. Но я уже купил, потому что просто нигде невозможно купить. А наша московская, так скажем, селекция, МГУшная, она с кровью прибалтийских форм, которые стойкие к увяданию в нашем климате. Ну, то есть климат похож, так скажем, на Прибалтику, относительно похож в средней полосе. То есть бывают оттепели зимой. Это, ну, то же самое, что и с жимолостью. То есть жимолость, бокчарцы, например, они очень себя плохо чувствуют в средней полосе. Ну, относительно плохо, так скажем, для промышленного выращивания. Вот. То же самое и с облепихой. Ну, тоже вот смотрите, саженец. Я его откронирую, уберу верхушку,
оставлю пока, можно даже вот так. Вот еще 10 таких побегов сформирует скелет. Все, что снизу, будем чистить. Сейчас бросим каплю, отгербицидим здесь сорняк этот, уберем, прокультируем междурядье. И получится, что у нас вот такое дерево на штамбе с ветками. И потом эти ветки будем срезать, с урожаем морозить и оббивать. Вот хочу такой эксперимент провести, потому что таких плантаций у нас в России нет. Хочу посмотреть, что получится. Это долгая история. Я думаю, потом это, если что-то получится, нужно будет это клонировать, эти саженцы. Выберу из 7-8 сортов, которые сейчас у меня есть, те, которые больше подходят. И, может быть, посадим какую-нибудь небольшую плантацию. На этом все. Спасибо, что меня смотрите. С вами был Модный фермер. До встречи.